классический, хотя он на музыку с кинофильма. Но когда мы говорим о божествах, в Индии всегда это классический танец. И традиционно он исполнялся в храмах когда-то в древности. Сейчас вы увидите народную композицию. Она посвящена празднику урожая, когда в Индии собирают урожай. Девушка говорит, что на моих руках, от того, что я собираю урожай, то есть она косит, жнет, собирает траву, на моих руках образовались мозоли. Я уже устала постоянно косить, косить, косить. Я хочу пойти домой к своей маме. Хочу кушать сладкий кхир, отдыхать. Я смотрю на дорогу и думаю, как я устала работать, потому что на моих руках от тяжелой работы уже образовались мозоли.